Здравствуйте! Сегодня мы покажем, как прививать клен. Порода клен одна из самых трудных для прививки из-за того, что явление несовместимости в этом роде очень сильно проявляется. Вот клен можно прививать, во всяком случае, успешно, только вид на вид. Вот, например, если есть клен платаноидус, значит, на него можно прививать только сорта, относящиеся к этому виду, плеон платаноидус. Вот нельзя привить пальматом или другой там псевдоплатаноидус, или даже если приживется, то будет сильная несовместимость, ствол раздувается, образуется такой мощный калюс, и растение выглядит уродливо, и потом отмирать начинает быстро. Кроме, вот даже вид на вид, не все приживаются иногда плохо, вот не все сорта платаноидес можно привить на тот же дикий платаноидес из-за того, что опять раздувается место прививки, толщение происходит сильное, и растение выглядит и неопрятно, и недолговечное. Еще одно проблема при прививке клена в том, что весной сильное сокодвижение. И если прививать глазком, то глазок, место прививки заполняется соком. И в связи с тем, что сок содержит много сахара, появляются микроорганизмы, которые разрушают или повреждают глазок, и он погибает до начала роста. Поэтому или вот когда нужно убедиться, что если прививать глазком, что движение сока замедлено или вообще его нет, и только тогда прививать глазком. Черенком, конечно, можно прививать в любое время, но черенком прививаются прививки хуже, поэтому как бы глазком предпочтительнее, но для этого вот должна быть технология, что надо дождаться, если это на улице, что клен, сок выделяется медленно, или если это в теплице, признаком того, что сокодвижение закончилось, вот является появление побегов из спящих почек. И вот в таком состоянии как раз, когда растение находится, говорит о том, что можно привить почкой. Ну, сейчас мы как раз покажем, как прививают клен почкой. Вот здесь есть черенки. Вот здесь как раз расположены боковые почки. Можно прививать и верхушечной почкой. Она самая мощная и растет быстрее. Поэтому еще одно обстоятельство при прививке клена. Это очень важно. Прививать надо самое активное место на стволе, там, где есть следы, что был узел, то есть где были листья, потом боковые побеги. Вот это вздутие показывается. Вот в этих местах как раз были листья, и это самое активное на побеге зона. Поэтому вот если мы хотим привить почкой, делаем надрез до коры. Вот такой вот. Делаю мешок. Срезаем. Проверяем. Да, до древесины мы нарезали. Вот делаем почку, срезаем вот только подушечку. Стараемся, чтобы древесины было как можно меньше на этой почке. Вот. Вот она, такая маленькая почка получается. И вставляем в этот кармашек. Все, теперь остается только замотать почку пленкой. Причем надо тоже учесть, что почка должна быть покрыта только одним слоем пленки. Это из-за того, что когда почка начинает расти, чтобы она могла растянуть эту пленку, когда это один слой, ей это удается. И в таком случае почка будет, пленка ее прижимает, и почка будет расти вертикально, а не в сторону. А это очень важно для получения нормального саженца. Все. Теперь черенком. Ну, здесь как бы это все традиционно делается. Вот выбирается примерно по диаметру побег с почками. Это лучше делать так, чтобы была все один узел, две почки. И тут традиционно делается косой срез, то это купулировка улучшенная с язычком. Делаем зарез, такой же зарез делаем на побеге. Добавляем. Вот так. Получается все так, как надо. Ну, остается тоже только замотать пленкой. Ну вот для этого вот как раз очень хорошо подходит вот такая саморазрушающаяся прозрачная пленка, что она под воздействием света сама через какое-то время разрушается, не надо будет ее потом снимать. Ну и торец надо обязательно замазать варом. Если прививки делаются на улице, лучше еще сделать колпак из бумаги. Ну вот, тут можно как бы на это растение еще сделать для страховки еще прививки и вот глазком, и вот на этот боковой побег, и можно еще сюда. Тоже опять так же мы делаем зарез до древесины. Делаем глазок. Все, на месте. Опять пленку. Вот так. Ну, можно еще сделать для страховки, поскольку глазки у нас есть, мы можем вот еще сюда сделать. Чуть-чуть выше. Вот так вот. Вставляем его сюда. И то же самое пленкой закрываем. Вот мы, кстати, когда вот прозрачная пленка, можно наблюдать и заметить процесс, когда если еще осталось сокодвижение, глазок будет утоплен, тогда надо будет повторить прививку. Или когда он начинает расти, мы сразу видим, что уже прививка удалась. И можно ждать хорошего прироста. Вот такое получилось у нас растение. Что, пойдем покажем, где почки удались, да? Где они приросли уже? Да, ну теперь вот пойдем, можем как бы показать, что происходит дальше. Поскольку у нас уже есть прививки, которые были раньше сделаны, мы можем сейчас показать процесс. Вот как раз прошло 2 недели, когда сокодвижения сильного не было, почки уже напухли, и сейчас уже напряглись, они сейчас будут растягивать пленку, и появятся побеги. Ну вот такие, как здесь. Вот видите, была пленка, они как бы раздвинули, и появляются побеги. И вот дальше можно показать еще, вот уже, когда растение, прививка была сделана 1,5 месяца назад, вот видите, вот были привиты почки, вот уже пленка разрушилась, упала, и вот 2 прироста. Ну, тут еще можно что сделать, чтобы была крона более густая, прищипнуть макушки. Тогда появятся боковые побеги и образуется более густая крона. Будет саженец более качественный. Тут можно как бы вот показать разные сорта, как это пальдийский клен, у которого листья рассечены, один из эффектнейших сортов. Это карликовый шарик, называется Red Globe. Это Принцетон Гольд, клен сорт с желтыми, так и золотистыми листьями. Это Royal Red, краснолистный клен. Вот есть еще сорт с пестрыми листьями. Дроманди тоже. Тут как раз 2 способа. Вот почка была привита, вот она сама разорвала пленку, растет в сторону, а здесь растет вертикально. Ну, можем показать еще наш любимый клен, как он растет. Вот тут тоже. Это сорт Марец, самый изящный, на мой взгляд, клен, который в наших условиях растет очень медленно, образует такой шарик, как будто он колючий, на самом деле очень приятный и на взгляд, и на ощупь. Вот, так что и этот клен один из таких самых редких, потому что он плохо приживается. И на маточниках очень мало голосков, особенно черенков, поэтому только у некоторых производителей этого клена много, а так это редкость. Но изящная редкость. Будем. Все насчет клена понятно. Может, если это как бы у нас в теплице, и лучше делать вот так, потому что мы контролируем состояние подвоя, следим, чтобы закончилось сокодвижение. Ну, на улице то, как погода будет, зависит от погоды, сроки определяются именно в зависимости от того, каким способом вам, глазком привьете или черенком, значит, можно определять, надрезая кору, и через какое-то время видно сокодвижение, в каком состоянии находится. Ну, вот тут еще один способ прививки, вот побегом с пяточкой, боковой тоже зарез. Но не почкой получается, а боковой побег. И вот они как бы тут разные варианты, они тоже растут хорошо. Ну, надо пробовать. Просто тут какая-то проблема, ну, как бы найти, где соответствующий или желаемый для вас сорт клена. Поэтому, ну, если кому-то какой-то сорта понадобится, можете приезжать к нам, мы можем как бы какие-то сорта дать, кроме, например, марита, потому что это редкость, черенков обычно для прививки найти очень тяжело. Так что успехов вам, делайте, и будут у вас расти красивые клены. До свидания.